Притча «Должник-сапожник». Был один сапожник, вечно брал деньги в долг, а возвращать не любил. Хозяин одного долга стал являться всякий день к нему в мастерскую и требовать денег, но сапожник каждый раз его обманывал. Пришел как-то этот человек, а в мастерской один подмастерье. Он его и спрашивает: «Когда твой хозяин мне долг вернет?» Подмастерье положил руку на верстак и говорит: «Тогда он тебе вернет, когда этот верстак зацветет». Огорчился тот человек и ушел. Вернулся сапожник и, как узнал про ответ подмастерья, бросился на него с кулаками. «Как ты смел такое сказать? А вдруг и вправду верстак зацветет? Где я тогда деньги возьму?»